чуть все веселье не пропустили. Ну что, команда Invasion против команды Signature Trust уже разобрали своих персонажей. Пока еще по героям не распределили полностью. Ну, есть время констатировать уже готовую инфу. Висп, Тини, Шторм Спирит, Скайрос Маг и Магнус для команды Signature Trust. По-моему, обалденная комбинация. Ну и Vengeful Spirit, Axe, Disruptor, Draw Ranger и Razor для Invasion Esports. По-моему, не менее обалденная комбинация. Ну, по героям все у всех должно получаться на 5 с плюсом. Здесь есть что комбинить у Signature Trust. Вы прекрасно понимаете, ульта Магнуса, а дальше на голову Висп вместе с Тиником. Все сыпятся, все горят, всем смерть. Единственное, что хотят, с другой стороны, Скайрос Маг, я думаю, если бы Скайрос Мага поменять местами с Дизраптором, тут бы вообще невывозимая была бы комбинация. При, опять же, учете удачных реверс полярити от Магнуса. Потому что дамажить Скайрос Маг по пятерым будет не очень сильно. Ну и со стороны команды Invasion тоже, в общем-то, все ясно. Подцепили, загрели, собрали вокруг себя все в статик-шторме, и никто ничего нажать не может. Тут кто в кого ворвется, это уже так. Кто начинает файт, по-моему, тот файт выигрывает, как по мне. Если, конечно же, никакой перефарм не войдет у нас вообще в ход событий. Ты же вообще ничего не видишь, дровка. Ладно, дровка у нас наугад идет, хорошо ориентируется в пространстве. На сложную. У команды Invasion отправляется Акс. Гёст пока здесь в соло, и у Гёста могут быть проблемы, если здесь вдруг встретится он с хотя бы двумя-тремя игроками Signature Trust в мид. Я думаю, у нас отправится Тини, насколько мне... Нет, Лакелс. Лакелс, наверное, будет на легкой фармить. С Виспом и вместе с Бумбелом. На мид есть персонаж, да, Майпро на Шторм Спирите. И в сложную отправляется Магнус. Здесь по лайнам Тракса. Тракса может даже и в мид у нас уйти. Нана, скорее всего, будет фармить на Разоре легкую. Тракса будет в миде. Это действительно интересно посмотреть будет. Ну и в сложную отправится у нас, скорее всего, Акс, насколько я понимаю. Ну да, Гёст у нас... Да нет, Гёста, что я вообще? Я что-то перечитал прошлые игры. Серьезную аналитику устроил, все вроде бы угадал, а здесь какой-то, по-моему, провал. Ну что, Лакелса начинают цеплять. На-на, через статик линк. Не должны Лакелса отсюда отпускать. Старается, Висп старается и... Старался и выстарался. Все у Виспа получилось. Просаппортил Тини, дал скорость бега. И у Тини, по-моему, глаза немножко побольше даже стали... После такой удачной встречи на нижней руне. Фрага не состоялась, но то, что пару кирпичей Тини по дороге отложил, это 100%. А Разор у нас на мид отправляется против Майпро. На легкой фармит Гёст. Вообще все, да, перепутал. Ну и FZFZ будет фармить у нас в сложной. Но в сложной стоит трипла, и здесь у Магнуса могут быть проблемы. Еще и по голове Сандерстрайк. Скорее всего, умирает у нас Магнус. Да. Последний тик, и Дизраптор забирает ФБ. Команда Invasion начинает уверенно, и у меня, честно говоря, вопросы по Signature Trust, по расстановке лайнов. Для Акса тут немного проблем. Акс может нормально выстоять против комбинации между Тини и Виспом. Аксу это вообще даже на руку, чтобы больше его дамажили. А сюда же направляется у нас Бумбел. Ну, будет выход на Акса. Видимо, насмотрелись на свою легкую. Поняли, что как надо играть в сложной линии триплой. Уходят. АДТР уже подлец стоит, курицу ждет. Вот 100% ждет курицу. Че ему вообще здесь стоять? Ну, а то, что курица к Майпро полетит, это понятно. Вот курица у нас бежит. Не уходит АДТР. В принципе, инфа есть по инвентарю шторма. Ну, что может быть интереснее, чем смерть несчастной курицы. Давайте смотреть. Нет, Шторм с Виспом пришли. Пуч отправился назад. Да, Шторм правильно сделал. Шторм подошел, забрал курьера немного пораньше. Но была инфа, да. Уже прокликивают у нас по АДТРу. Была инфа. Видимо, что с линии ушла винга. Чем она еще могла бы заниматься, кроме как курицу убивать? Ну, здесь у нас опять гоняют Абу. Аба через Кьюэр — это просто must-have в данной комбинации. Здесь его ловить будут постоянно. В
прошлой катке он его использовал, правда, уже перед смертью, в прошлой драке, точнее, здесь. Вовремя умудрился использовать. ДД у нас Vengeful Spirit. Давай стан и разваливай Абу. Пусть идет хилиться на фонтан. Гоняет у нас от ДР Магнуса. Магнус, который бегает от Венги, это ни с чем не сравнимое зрелище. На-на. 14 дэмэджа высосал, и то неплохо. Ну, по фарму, я думаю, на-на здесь будет опережать MyPro, потому что у MyPro возможности фармить не столько, сколько у Разора вместе со стати-клинком. Хотя MyPro через ремнанты старается кое-как дамажить, ну, вроде бы неплохо получается. Разор все равно его опережает, 15 на 7 у на-на и 10 на 1 у MyPro. Здесь она сложная, куда отправился Акс. Акс отправился в собственный лес. Мультиспаун, и Акс у нас занимается фармом в лесу. На лоу хп Акс, как бы не огрести здесь еще ненароком. Ну и оставили сложную линию для даблы Тини и Бумбел. Висп в это время пошел помогать Абе. И действительно у Абы большие проблемы. А ДТР у нас в лицо стан на Магнуса. Деревья не проедены, никуда Венга отсюда не уходит. Фраг забирает Висп. Ладно, нормально. В принципе, нормально. Висп пришел помочь, Висп помог. Магнусу, конечно, фраг был бы не лишним, при том, что по крипам вы видите, насколько сильно он страдает. 1-0 у него крипстат и 0-1 у него по количеству смертей и убийств. Контроль рун от Шира. Тут с Бумбелом отогнали подальше Дизраптора. Действительно, не по шансам драться. Ну а да обе руны достаются команде Signature Trust. Хорошо поставлен на поток контроль. У на-на нет банки. И не знаю, будет ли не будет. Еще один крип поймем. Есть ли вообще смысл покупать банку на Разоре? Нет, наверное, нет смысла покупать банку на Разоре, иначе купилась бы уже. У MyPro банка имеется. У Виспа тоже, да, у нас банка. Две банки для Invasion, а здесь некому ее, собственно, и собирать. Никому она не нужна. Акс у нас пошел гонять Тини. Агрит на себя. Глимсует назад у нас Тини. Сразу два игрока еще на подсейв к Аксу. Лакенс на лоу хп, но убежит. Хотя здесь еще Сандер Страйк. Еще один удар в Тини. Тини выживает. Очень мало хп, но живой. У Тини 0-0 по-прежнему. На топ-руне, точнее, в начале матча. И так огреб он очень серьезно. И теперь здесь еще на лайне жизни ему не дают. Хотя по фарму у Тини вроде бы все относительно ровно, 22 на 10. На первом месте у нас Разор, на втором месте у нас FZFZ на Draw Ranger. Рано отпускать Draw Ranger, а она фактически стоит здесь на фрифарме. Это, по-моему, проблематично в дальнейшем. Да, есть комбинация Тини-Висп, но что у Тини будет на лайне, пока неизвестно, потому что гоняют его очень серьезно и понимают, что его надо контрить нон-стоп. У Магнуса третий левел, у Тини практически пятый. Ну, у Магнуса почти что четвертый левел. Есть смысл, в принципе, попробовать забрать FZFZ. Скорее всего, и байтить будет на себя Магнус. Тини пока не появляется. На лайн не выходит. Вижен у команды Invasion не имеется. Тини решил в соло постоять против Траксы. Ну, по-моему, плоховатая затея. Дизраптор у нас начинает гонять MyPro. Глимсует его назад. На-на здесь. У него шестой левел, кстати, Eye of the Storm еще не прокачан. Static Link в 2 и Plasma Field в 3. Ну и пассивку решил вместо Static Storm прокачивать. Вместо Eye of the Storm прокачивать. 1-1 счет по фрагам и по золоту 500 в пользу Invasion, по экспириенсу 1500 в пользу все тех же Invasion. По крипам видим, все три первых места забрала команда Invasion. Но они действительно выше классом. Да, Signature Trust вроде бы тоже известный и хороший коллектив. В прошлом назывались они Mid Trust. Теперь Signature Trust вроде бы хороший, а по факту, конечно, по подбору игроков Invasion, мне кажется, посильнее будут практически на каждой линии. На-на у нас постепенно выходит в меку. Уже имеется баклер и 270 сверху. Плюс здесь готовая аквила. MyPro 6 левел. Ball Lightning есть. Очень сильно от плазмофилда у нас получает MyPro.
Опять же, плазмафилд здесь 4 левела. Ну, здесь в это время развалили у нас Траксу и развалили Дизраптора. Давайте посмотрим, а то как-то нехорошо получается. Так, где? Вот здесь врыв, Эвелин, штоснули Дроу Рейнджера на лоу хп, плюс спириты еще наваливают, голубь в спину. У нас Иксу, Икс отлетает, и FZ тоже отлетает. 1-3 впереди команды Signature Trust. Теперь по золоту они дела свои улучшили. Выходят вперед, по экспириенсу тоже очень скоро выйдут вперед. У Гёста 940 после Транквил. До Даггера еще 1300, это минут 5 еще фармить. У FZ уже с руки практически сотня. Ульты еще нет, будет ульта. Понятное дело, что все станет намного лучше для ZFZ. У АДТР тоже пока ничего, кое-где левел пытается насуетить. Тракса берет у нас 6-й левел, и вот, пожалуйста, уже с руки 150. На Скьюри увозят у нас Акса, агрит на себя Гёст. Ну, по-моему, Аба приехал, скорее всего, не отпустят здесь. Да, Квиллингблейдом останавливают каст ТП, как драматично развалился Магнус. Просто мхатовское падение после выстрела. Ну, это нормально смотрелось на фоне того удара по голове от Акса. Да, в общем-то, тут даже не сказать, что сильно Магнус переигрывал. Лакелс под оверчарджем. Таур нормально дамажит. Тос, все. Отходит к Лакелзу Тауру. Лакелза 2000 с лишним на руках. Будут ли это барабаны или пойдет у нас Лакелс в даггер? Что удивительно. Ну, что будет относительно ново в доте последнего времени. Тем более при наличии виспа. Даггер не обязателен совершенно. Но пока ничего не покупает. Были бы барабаны, уже, наверное, что-то бы выносил у нас Лакелс. Пока все на своих местах. У Дроу Рейнджера аура 4 левела. 160 с руки. 9 минута. Тини 2400 имеет на руках. Тоснул коня. Коня добил. 2500 на руках у Тини. Ну же. По фарму, по крипам видим, на первом месте у нас Нана. Тини немножко уступает, но здесь и лесные крипы. Там он и бомжей немного побил. Так что понятно, что по нетворсу должен быть повыше. А нет, не повыше у нас Нана. Повыше у нас все-таки Тини. 4400. У Тини у него 2500 на руках. На втором месте MyPro 4000. Немного от него отстает Нана. На Разорю. У Разора практически собранная мека. Дальше Гёст идет. У Гёста практически собранный Даггер. Если это слово к такому артефакту, как Даггер, применимо. Понятно, что его никто не собирает, а просто покупает. Огр Клаб появляется у Тини, значит, готовится выход в ранний Аганим. Ну что, готовится драка на миде, как я понимаю. Виз прилетает сюда, где у нас в это время Тини. Шторм проседает по ХП, это все на крипах. Пугает нас просто Шторм. Пришел Виз немножко похарасить, да здесь один плазмофил. Половину Виспа срезает, будет ли Нана это юзать. Есть уже деньги на меку. Ну, драк нет. 10 минут, 5 фрагов всего за файт. Прошлую игру, напомню, выиграли Signature Trust. Достаточно уверенная реализация медузы. Все, что необходимо было выфармить. Кто у нас на медузе? FZFZ был, да? Или нет? А, у нас Signature Trust были с медузой, конечно же. На медузе у нас был Лакелс. Все, что нужно было выфармить Лакелзу, выфармили. Теперь как-то без экшена, как-то спокойно все. Гёст у нас вышел, накричал на пустоту. Как с богом поговорил. Просто крикнул в небо. Отсюда Шторм спокойно улетает. Висп должен насобирать 6-й левел. Собственно, за этим он и стал в мид. Подходить близко Виспу нельзя. У Винги 6-го... Нет, у Винги еще нет 6-го. Свапать Виспа не получится. Но здесь через плазмофилд можно Виспа наковырять. Ой-ой-ой, как... Ну, Нана стоит, просто делает свою работу, фармит крипов на миде. Своих, чужих, всех. Подбрасывает у нас Дизраптора, Глимс назад, ну и Дизраптор и себя, и ту собаку, на которой он сидит, спас. Хотя собака, конечно, странноватая. Очень странная, наверное, Симбернар. В это время Венга просто руны собирает. Венга ничего полезного больше не делает. Ну, нет 6-го левела у Венги. Своих не подсейвить, врагов не свапнуть под тавр, ничего пока сделать толком не может.
Будет попытка выйти у нас на Абу. У Бабы есть реверс полярити, наверное, Аба его не проюзает. Да, очень сильно проседает по хп у нас Аба. И в это время еще убивают у нас FZ. Шторм очень удачно влетел на фул ману. Развалили также. Развалили у нас Вингу. Даблкил уже от Шторма и триплкил для Майпро. Глимсанули назад, спасибо большое. Шторм Спирит все сделал. Шторм Спирит может быть свободен. Ну, с ДД у нас Шторм Спирит. У него 170 с руки, плюс Бол Лайтнинг на фул ману. Сразу же влетел в Траксу. Классно отыграл. А Шторм Спирит, ну вот, пожалуйста, вознаграждение. 1000 из одного файта. Плюс крипов еще здесь наковырял. 200 на руках у Майпро. Куда улетел Шторм? Шторм улетел на базу. В принципе, да. Мана ману полностью просел. Шторму, наверное, мана поважнее даже будет, чем ХП. Потому что, если есть мана, ты летаешь в Бол Лайтнинге, и ты недоступен для своих врагов. Если у тебя нет маны, то твои ХП становятся просто-напросто бесполезными. Единственное, что ты можешь сделать, это сказать: ребята, бегите, я их задержу. И то, наверное, Шторм ненадолго без маны задержит своих оппонентов. Улакился. Практически собранный Аганим. 300 остается, а дальше будет поинтереснее. У Шира есть 6-й левел, есть... есть релокейт. Товара практически все стоят целыми. Упал только нижнем лайне команда Invasion Tower. На топ лайне, точнее, команда Invasion Tower. Ну, мы помним, Тини его забирал. У Тини, собственно, вот и прирост по денежкам. Врываются опять в FZ. Мистик Флэр под ноги. Вовремя у нас высвапывает Винга FZ. Ну, тут, наверное, не уйти. Да, тоснули кого-то там из крипов. И развалился у нас постепенно FZ. Висп забирает. На своем лоу хп забирает у нас куда Висп, кого вообще забрал. Лакился из этого файта, забрал у нас Висп. И только труп прилетел сюда. Вот это мув. Вот за это надо давать шмотки, а не за какие-нибудь несчастные даблкиллы, которые пачками можно в доте наблюдать. Ну, наверное, такое прописать просто-напросто невозможно. Улакился. Еще 560 после Аганима. Уже к нему летит данный артефакт. Лучше бы ему купить ТП и лететь отсюда насколько можно быстро. Хотя сейчас Висп прилетит и все. В принципе, выхиляет полностью у нас Лакился. Да, мана растет, как сумасшедшая. ХП тоже пополняется. Бревно в руки взял Тини. Поднял с земли сундук. В руках оказалось Днепро. Мегакилл у нас для Майпро. Майпро продолжает у нас гнать Вингу. Опять Мистик Флэйр не точный от Бумбелла. Но Майпро 5-0 идет. Тут вот бы был со старта Бладстоун. Майпро все было бы великолепно на данном этапе. Можно было бы летать через 5-10 минут нон-стоп по карте. У Абы 1000 на руках, очень далеко до даггера. У Акса на руках 560 после даггера. У Дроу Рейнджер постепенно начинает, не начинает, закончила. Яша нарисовался. У Разора после Меки 2000 на руках, скорее всего, будет готовиться выход в Аганим. Прилетают дефать свой Т1 игроки команды Invasion. Наверное, это не лишено смысла, хотя... Да, дефать от кого толком непонятно. Ну, можно, раз уж собрались, пойти Т2 снести. Зачем, собственно, иначе приходили? Ну, немножко просчет от Invasion произошел. Вижена не было. Подумали, что, может быть, не просто так у нас Магнус на Тауэр идет. А Магнус просто так шел на Тауэр. Теперь Магнус вообще за 18 экранов от зоны столкновения предполагаемой. Ну, 16 минут у нас позади. По золоту 1500 всего лишь Signature Trust. По экспириенсу 2 с плюсом. Это вообще на 16 минуте не считается. Опять же, любой файт все это переворачивает. 5-9 счет. Ну, это примечательно, кстати, что Signature Trust так мало выигрывают. Говорит о том, что Invasion гораздо лучше фармят. По нетворсу на первом месте все-таки два игрока Signature Trust. Ну, второе место Нана делит у нас с MyPro. И это даже немного удивительно. У Нана всего лишь 1-0, а у MyPro счет 5-0. Но по фарму, по крипам все, собственно, на свои места станет. 106 для Наны и 76 всего для Шторма.
Шторм еще неплохо держится, при учете того, что ушел с линии. Под смоком. Сразу три игрока команды Invasion. Здесь у нас собрание игроков Signature Trust, но это все фарм крипов в лесу. Ничего удивительного. У Шторма совсем немного. По-моему, совсем немного, да? Совсем немного остается до рецепта на Bloodstone. Врыв у нас пошел в Нана. Сразу же сюда же релокейт. Врывается Вис вместе с Тини. Нана, скорее всего, разберут. Eye of the Storm бесполезен, когда ты умираешь за 2-2,5 секунды. Хотя и надамажил Виспа относительно неплохо. Улетает, скорее всего, отсюда Висп. Да, вместе с Тинником отправляются на Эншента. У Тини уже есть Яша. Это все после Аганима. И здесь еще Тини вывозит достаточно много. Тини опять же под эмпауэром. Эта комбинация просто чокнутая. Там, если в реверс полярити попадут, если Абба наконец-то кастанет реверс полярити, хотя бы один за 20 минут, то уже сейчас Тини может очень серьезно надамажить всех и сразу. На Рошана выходят у нас. Эмпауэр лежит на Тини. 213 плюс 85. Практически 30 с руки у нас у Лакелза. Плюс под оверчарджем с быстрой скоростью атаки. Сколько, кстати? 0.79 для 300 тычки. Это, конечно, много. Майпро здесь пробежал по лоу-граунду. Он, наверное, не видит своих тиммейтов. Хотя попинговали у нас по Майпро. Его команда Invasion увидела. Но как поймать на хосте Шторм Спирита, как вообще поймать Шторм Спирита, толком непонятно. Там действительно, catch me if you can. Абба на лоу хп. Он может себе позволить, в принципе, тиммейты рядом. Здесь, опять же, Висп может под хилом Аббы заняться, хотя нечем хилить. Банка пустая, урны не имеется. Пожалуйста, благодарность за все, что я для тебя сделал. Шира летает у нас, Лакелс просто швыряется виспом налево и направо. Как будто таких виспов у тебя пруд-пруди. Ну, выходит команда Invasion тем временем на мид. Забрали Т2. Дроу Рейнджер для себя забирает Тауэр. У Дровки появляется Огр Клаб. Я думаю, скорее всего, выход в Блэк Кинг Бар. Это, пожалуй, поинтереснее будет, чем Сенджин Яша. Тут вообще не вариант. Сенджин Яша собирать, потому что надо спасаться от Дэмэджа Риверс Полярити, надо спасаться от Тосов и Эвеленджей от Тини. Если он с руки будет бить, как-то еще Дровка выживать сможет. Как-то раскайтить, как-то отойти, скорость от бега нормальная. Да и вообще вдалеке стоит Дровка. Но если Бёрст Дэмэдж с раскаста вольется, там пиши пропал. Один раз от Шторм Спирита Дровка у нас развалилась так быстро, что я даже заметить не успел. Второй раз будет очень глупо со стороны Invasion не обращать на это внимания. 1500 у FZFZ. По графикам. По графикам более 4 в пользу команды Signature Trust. По экспириенсу за 8 перевалило их преимущество. За Вингой у нас уже направились. Да, под смоком у нас бежит команда Абба. Команда Signature Trust. Первый бежит Абба. Гёст, по-моему, увидели, да? Скорее всего, увидели, смоук спал. Врывается у нас Абба на Гёста. Сюда же Тини с Виспом, Эваленж. Свапнули у нас Акса. Акса лучше бы Лаксу отсюда бежать. Но здесь, скорее всего, умирает Винга. Винге не получится убежать. Так, кинетик килл поставили. Шира рассыпается под бластмов. Нет, Шира отсюда улетает вместе с Тини. Остальных будут разваливать. Абба у нас, подая в The Storm, рассыпается. Бумбел рассыпается. У Разора немного, конечно, с руки, но этого хватает. У Майпро мало, очень мало хп. Майпро может и не уйти, нет. Повезло все-таки, по таймингу всего хватило. Улетает Майпро на базу хилиться. Тини с Виспом начинают ломать Тауэр. Неплохо получается, можем глянуть Fight Recap. Но по Fight Recap ничего особенного не произошло. Разор заденайл еще. Тини с Виспом умудрился заденайть Тауэр. Опять же, Тини был с Хиперстоуна под оверчарджем. Вроде бы должны были забирать, а вот такой у нас ушлый Нана. Нана появляется уже у Ogre Club. Ждем, будет ли Митрил Хаммер или все-таки это выход в Аганим. Ну, по хп будет неплохо и так у Нана дела обстоять. Вот Траксе действительно Black King Bar must have. Да, появляется уже Митрил Хаммер у FZFZ. У Акса тем временем 1200 на руках выходит в Blade Mail у нас Акс. Ну да, почему бы нет. Пока нет БКБ у Тини, Тини пойдет в Керасу.
Может нам попробовать пару-тройку раз его законтрить. Здесь тоже БКБ у шторма не имеется. Есть обливен став, готовится выход в оркет. В курице ничего. Значит, да, блейдмейл вообще обязателен для Акса. У Винги есть медальоны, то неплохо. 1-4 счет у АДТРа. У Дизраптора есть Урн оф Шадоус, 450 сверху. Так, у нас Акса забрали. Где? Шторм ворвался в Акса и его развалил. Просто так, без вопросов. На фулл ману, как я понимаю, Шторм у нас летел, да? Да, вот есть вижен. Просто смотрим на количество маны, которое Шторм влил. Акс сразу же рассыпается. Майпро хватило маны. Фраг забрал. Немножко Бладстоун пополнил. Возвращаемся к матчу. Тем временем у нас FZ, FZ на нижнем лайне тоже развалили. Ну, наверное, не так интересно. Без шторма просто ворвались. РП был проюзан. Ну, можем и там посмотреть. Ладно, пока туда-сюда будем летать, мы пропустим вообще все веселье. Кто на прошлое оглядывается, тот не замечает настоящего. Ну и остальные цитаты из ВКонтакте с 50 тысячей лайков и 18 миллионами репостов. Барабаны у кого? Кто барабаны вообще юзает у нас? Это, видимо, со стороны, да, это барабаны от Разора. Ну, готовится выход у нас на тине. Лакелса видят. Надо цеплять Лакелса и надо бы отсюда улетать. Если нет, релокейта 20 секунд еще не будет. Нельзя оставлять просто так у нас тине. Тини глимсуют назад. Тини вроде бы начинает наваливать. Под статик штормом стоит команда Signature Trust. Лакелс мрет. Лакелс от Eye of the Storm. Ничего Разору сделать не может. Но здесь еще и Виспа, в конце концов, пополам разрубил Акс. Две полусферы остались от Виспа. Один в два подрались. Но что важно, забрали Тини. 1870 по золоту заработала команда Invasion. Ну и 350 потеряли Signature Trust. Даже немного настораживает эта ситуация. По золоту Signature Trust проседают. Invasion немного вопросы свои улучшили. Ну, тут надо отвечать снесенными товарами, наверное. Почему не пошли на Т2? Потому что... Да не знаю даже, почему не пошли на Т2. В принципе, все для этого было. Ну, видно, наверное, не было, где находится Магнус с РП. И где находится Бумбелл с Мистик Флэйр, тоже было непонятно. Майпро 13 зарядов. Обливиан Став есть, 2-300 на руках. Можно уже... собирать оркет. Все, в принципе, для него имеется. Курица уже обливен став несет. Ну, до рецепта ничего, собственно, практически не осталось. Здесь у нас драка во вражеском лесу. Развалилась Винга. Развалился Акс через РП. Да, через РП. Ладно, то что мы вообще не смотрим. Я просто смотрю. Они одновременно стали в одном и том же месте. Ну, здесь РП у нас от Абы. Ну, и туда все необходимое вносится. 9-18. Signature Trust то отдаются, то опять начинают наращивать преимущество. Пока что они играют достаточно неплохо. Ну и комбинация работает. РП под ноги Мистик Флэйр. Опять же Тини с Виспом. Все это контрится, конечно, но непросто. Непросто. Тут Дроу Рейнджер, честно говоря, меня немного настораживает. 1-4-5 у FZ, FZ. К чему она в итоге хочет прийти? Непонятно, что это за звук. Жуткий скрежет какой-то. Это у нас летает шторм где-то? Нет. Да, наверное, шторм. У него, видимо, руна регенерации была. Шторм какой-то чудеса какие-то творил. Да, по всей карте был отвратительный скрип. Это у нас в Bull Lightning развлекался MyPro. ...730 на руках у FZFZ. Имеется Black King Bar. И, кстати, именно БКБ и спас у нас FZFZ от смерти на топ-лайне под своим Т2. У MyPro есть оркет, у MyPro имеется 670 уже на руках. По фарму, по-моему, он далеко впереди. Хотя нет, от Разора не сильно отрывается, но второе место занимает. Разор 12 тысяч, точнее 12300 уже насобирал. У него есть БКБ, у него имеется Мека. Разору пока до Аганима остается еще 2800, даже нет, 2600. 2500. У Гёста появляется Блейдмейл. 1000 сверху.
И команда Signature Trust в лице Тини и в лице Веспа просто прилетают на релокейте и забирают у нас тавр. Почему семерка висит над Веспом и почему она не меняется? Весп должен улетать на релокейте, ну же. Нет, Висп никуда не улетает, просто над ним 7 висит. Хорошо, это какой-то номер, как в футболе. Висп говорит, теперь я буду Криштиано Роналдо в нашем Реале. Шторм тем временем 1200 уже на руках насобирал. У Магнуса пока никакого рефрешер орба не собирается. Ну и так неплохо по артефактам. Блинкдаггер есть. Есть форстаф. У Акса 1200. Надо комплектоваться дальше. Надо как-то потолще становиться. 1100 всего по хп у Акса. Это провал полнейший на 30-й минуте. Это на полтора удара для Тини. Под РП Блейдмейл не будет включен. Там вообще полнейшая беда. Но Аксу надо, наверное, в файт уже входить с включенным Блейдмейлом. Потому что РП, если вдруг нежданно, негаданно нагрянет, там проблемы будут у всей команды. И у Акса, наверное, первого. Поймали у нас здесь Бумбелла. Бумбелла очень быстро разобрали. Знает команда Signature Trust прекрасно, где находится Invasion. Ну, готовы, наверное, вриваться. У Веспа есть релокейт. 7 секунд, уйди ты уже. У Веспа есть релокейт. Так, у нас врыв от Магнуса. Реверс полярити по двоим. Акс моментально рассыпается. Блейдмейл то ли проюзал, то ли не проюзал. Не проюзал у нас. Блейдмейл. Ну, короче говоря, тут развал всех и вся. Команда Signature Trust за одного Бумбелла ответила Team Viper. Жесть, жесть. Страдания, унижения для команды Invasion. Номинальные лидеры данного противостояния команд. И так жестко сыпется. 10-23 по золоту. По золоту Signature Trust выигрывают 14 тысяч по экспириенсу за 15. После такого развала, я думаю, не лишним будет сходить хотя бы один тавр забрать. Тини у нас горит оверчарджем. Висп у нас с семеркой ходит. Эта дота, по-моему, сводит меня с ума. Да-да-да, именно вот так. Что вообще происходит? Как они? Теперь у нас шторм начал все время в болтлайтинге ходить. Ну что происходит? Это какая-то эпилепсия для моих глаз. Зачем это вызывает дота? Непонятно. Шторм сам не знает, как себя это сбросить, я так понимаю. Давай Акс все время будет кричать, давайте и, я не знаю, Тракса все время будет в анимации БКБ ходить. Выживает у нас Тини. Одной мекой исправили ситуацию. Развалили тем временем Дизраптора. Майпро на данный момент Beyond Godlike. Майпро здесь погибает. Очень быстро оживает в итоге Майпро. А нет, он еще и умудрился заденайт самого себя через... разумеется, Bloodstone. 12 зарядов еще имеется. Но здесь пока гоняет Тини всю команду. FZ от него бегает и не зря. Теперь можно и пострелять. Это только потерянный Аегис, умирает у нас Акс, а что теперь будет с Тини, посмотрим. Агр есть у нас от Гёста, имеется Блейдмейл, и вот теперь гляньте, как сильно Лакел самого себя бьет. Майпро врывается в драку, подбрасывает у нас Разора, скорее всего Майпро его заберет. А нет, Статик Шторм их заберет, конечно, но Майпро останется здесь. Ну теперь Team Wipe со стороны команды Invasion. Драка вообще непонятного образца, все убивают всех, потом все умирают еще раз. 4 в 5 подрались, плюс байбек от Веспа и смерть от Веспа. А нет, здесь еще и был денай у нас от Шторма. Короче говоря, 4 в 7 подрались. Или 5 в 7, кто-то здесь байбекнулся в 5 в 7, да. Именно такая драка и была. FZ, 3900 на руках, давай, дровка, не подкачай. Все пабы на тебя смотрят, абсолютно все пабы. Все ребята, у которых в школу еще 2 дня не надо. Все смотрят на тебя, сделай что-то полезное для своей команды. Сенжин Яшу собирает у нас дровка идеально, по гайду. Все хорошо. Следующий артефакт Рапира, потом ГГВП. Ну ладно, Дроу Рейнджер решила собрать Сенжин Яшу. В принципе, надо как-то немножко уплотниться, потому что 1600 по хп. Понятное дело, что Тини просто 2 раза махнуть. Опять они здесь устроили, черти что. И это еще... Это как-то исчезает. Это какой-то декорация к фильму Interstellar. Что он продолжает ходить, пугать меня и всех вообще своим внешним видом. Интересно просто так, будет ли? Да, будет, Vision. Если вы хотели посмотреть, как выглядит Шторм в Ball Lightning, он именно такой.
ну, не заходить, в принципе, не перезаходить же в доту из-за такой ерунды. Тем более, как-то красиво. Тем более, у нас праздник. Праздник, праздничный шторм. Шторм у нас врывается на XAX, скорее всего, рассыпется под БКБ у нас шторм. И, в общем-то, и от FZFZ не сильно нагребает. Хотя, этого хватило. FZFZ забирает у нас MyPro. Взлетает FZFZ, в БКБ теперь можно идти не наваливать. Фрост спину не успел вовремя Silence дать FZFZ. Но бежит команда Signature Trust. Боится она драться против Invasion. FZFZ начинает наваливать по Абе. Аба, по-моему, здесь умирает. Нет, Аба выживает. У Абы реверс полярить еще 80 секунд нет. Но здесь, по-моему, ошибка со стороны Draw Ranger. Если стал драться, так дерись, собственно. Можно было убить у нас Абу, а теперь Аба еще и забрал. К тому же Акса, Signature Trust заходят на хайграунд. И не будет очень долго команды Invasion. У Дровки есть байбек. Нет байбека у Разора. И это проблема. Дровка выкупается и выкупается винга. Можно попробовать, но здесь опять же Висп нормально выхиливает всех. Покричали, глимсанули назад, но слакился. Надо попробовать под статик штормового разобрать, а Висп не даст это сделать. Висп моментально отправляет на базу лакился, и будет ли возврат, увидим. Думаю, нет, скорее всего, к Абби будет у нас направлен Висп. Абби лучше бы на хайграунд зайти. Нет, возвращается вместе с лакилсом. Лакилс разваливает у нас бараки. В это время MyPro всю команду щекочет под собственным фонтаном. MyPro еще раз поймали. MyPro, наверное, опять здесь умрет. Нет, MyPro нормально, через Ball Lightning отсюда уходит. FZFZ Шира разбивает. Стрела в догоночку. MyPro 450 по мане, 29 реген. Маны, ну, хватает, чтобы через глиф перемахнуть, в общем-то, всего хватает. Вот так выглядят у нас умирающие виспы. Посмотрите, пожалуйста, что это такое. Да, 20-34, 14 фрагов по золоту. Команда Signature Trust 20 тысяч выигрывает. По экспириенсу 14 тысяч. Упал здесь милишный, остался только ренжевой барак стоять. Здесь никаких бараков нет, а здесь нет никакого таура, который помешал бы зайти и снести бараки вместе с Т3 по низу. 20-34. Signature Trust увереннее себя чувствует. У них по артефактам, в общем-то, в тине вынес все, что можно было вынести. 25 тысяч, по-моему, этого предостаточно, чтобы нормально выфармиться. Ну, осталось совсем немножко докупить Манта Стайл. Ну и тогда бараки будут сыпаться невероятной скоростью, очень мощно. Как-то быстро бьет тини. Не оверчарж ли это действительно все время включенный от виспа? Ну, конечно, быть такого не может, но вот эти внешний вид каждого героя до сих пор у нас MyPro. Он умирает, появляется, умирает, оставляет за собой чокнутый след. Это, наверное, аркана у нас на Шторм Спирита, какая-нибудь из дешевеньких, которая просто вызывает эпилепсию у маленьких детей. Риверс полярити у нас в одного Нана. Нана пока что живет, тоснули его под Мистик Флеером, развалился у нас Разор. Ну, собственно, это печать для команды Invasion. По-моему, байбека у него как не было, так и нет. Да, 402 по золоту не хватает. А теперь команда Signature Trust будет сносить третью сторону. Ну, здесь совсем немного останется. FZFZ, БКБ включает, начинает драться с Тини. Пока что живет. Static Storm под ноги. Kinetic Field. Тини плевал на Kinetic Field, потому что у него есть БКБ. Развалили FZFZ, байбека у него нет. Даблкил от Тини. Good game, well played. Signature Trust превратили в абсолютные куски команду Invasion. Разнесли в пух и прах по золоту 20+, по экспириенсу 15 с лишним. Вторая победа Signature Trust в этом противостоянии Best of 2. Поздравляю, Invasion номинальный лидер. Остается на тех же позициях, на которых и был. А вот Signature Trust поднимется у нас немножко вверх по таблице. Вы видите, Signature имели 6 поинтов. Теперь, в принципе, сравниваются с Arcanus. У них еще одна игра в запасе. Можно наклонить и Arcanus, и Рейвов, и всех. Рейвы тоже сегодня потеряли 2 поинта. Два раза проиграли команде Underminer. Ну, собственно, хорошо, интересно, ярко, красочно. Азиатская дота становится все более захватывающей, а европейская постепенно скатывается в азиатскую образца 2012 года. Ладно, пока что отключаемся. На повестке дня у нас можете кушать торт со своими мамами, бабушками, сестрами, девушками, всеми. Пока что доты у нас не будет. Сильно особенно не пейте, потому что нам в 23 сет еще встречаться играет команда Азиатская.
ЕГЭ против команды Summoner's Rift. Там должна быть очень крутая катка. ЕГЭ у нас уже нахватались по щам. Вроде были лидеры безапелляционные, а теперь ЕГЭ две катки уже слили из четырех последних. Ну ладно, все, прощаемся пока. Всем девушкам, если вдруг такие у нас были в чате, очень было приятно вас видеть. Спасибо большое и с праздником, разумеется, всех. Ну и так, всем вообще хорошего настроения. Услышимся в 23 сет, это плюс один Киев, в полночи, в час ночи по Москве. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. До скорой связи.